после выброска подсветки уже строительные отходы. Козловой кран был, если вы помните, в том году, рельсы, несколько складов железных они тоже демонтировали. Туда пойдем посмотрим, да? Туда, большая проблема, груз негабаритный, плюс что-то нужно делать с остатками нефтематериалов внутри. Но они берутся, да, они эти вопросы решают. Здесь была линия гаражей, до самого конца их сейчас нет, заканчиваем зачистку. Много проблем, связанных с коммуникациями. За все это время на тозе коммуникаций огромное количество, в том числе. С этой стороны Кремль привели в порядок полностью они, да? Да, 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 Татьяна, да, работы активно ведутся, постоянно. Нет, люди на стене. Да. Хорошо. Ну, на самом деле, много сделано уже. Вот мы год назад, когда были, здесь было, конечно, гораздо больше. Но я надеюсь, что все-таки до конца года все работы по очистке площадки, по подготовке будут закончены, да? Стараемся. Ну, вот это все подготовлено под вывоз уже. Ну, объем большой, реально сделан большой объем. Ну, и дальше нужно заниматься, как только на площадку, как только вы новый контур сделаете, соответственно, надо будет тоже приводить русло ликвиды в порядок, да? Да. Очищать его, приводить в порядок, ну, создавать нормальную... Создавать условия для отдыха на наличные, да, людей. Да, да, уже открывать и дальше проектироваться. Вокруг Кремля была, да, уже... То есть, в принципе, да, здесь же зона охраны у нас, поэтому ну, у нас в городе нет набережной, да, поэтому, в принципе, да, планируем, что эта набережная, она должна стать местом отдыха туликов. То есть здесь, скорее всего, если и будут зоны какие-то, то не капитального строительства. То есть весь смысл в чем? В том, чтобы у нас вокруг Кремля дать прогулочную зону, полноценную прогулочную зону. То есть это могут быть и скверы, это могут быть какие-то площадки, это могут быть какие-то летние кафе. Но вот здесь, скорее всего, капитальных строений не будет. Мы заинтересованы в том, чтобы, так сказать, завод сохранился именно как предприятие. Поэтому мы, конечно, будем все-таки стараться, чтобы здесь был коммерческий интерес, чтобы завод мог, в том числе за счет переноса, во-первых, своих мощностей, рекультивации, создания нового периметра, в том числе мог решить не только вопросы по переносу, но в том числе какое-то свое материальное положение немножко поправить. Но еще раз говорю, что это вопрос формирования, так сказать, правильного подхода архитектурного. То есть если мы сможем поток сюда людей привлечь, то, конечно, это место будет интересно. Ну, то как в парк, с парком, да, то есть у нас увеличился там поток сегодня в 2 раза. Потому что парком начали заниматься, соответственно, он стал интересен для инвесторов. Именно вот в развлекаловке, да, то есть когда количество посетителей увеличивается, такая же ситуация здесь. Такой вот стол, видите, лежит белый. Вот на этот, мы поставим этот стол, здесь будут все фотографировать, да? И будет, повесим большой флаг России. Такой, высокий стол будет? 33 метра, да. Ну, меньше, чем колокольня, но будет достаточно высокий. И хотим сделать здесь такую смотровую площадку. Вот набережную потихонечку там вот. Мы же говорим о том, что нам же набережная все равно нужна. У города есть задача. Сейчас мы хотим просто посмотреть, чтобы запрудить, уровень воды поднять, потому что вычистить, ну, вот до конца здесь нереально, только, так сказать, естественным путем. Поэтому немножко запруду, и дальше, когда уровень поднимется, чтобы все это скрылось, и чтобы был приличный, нормальный вид. Ну и вот тульский оружейный, конечно, вот с этой стороны он совсем неприглядный. Но... Может, чем-то будем закрывать. Почему? Есть идея и МАШ-завод. А почему? Плакаты можно сделать, ну, красивые, да? Надо, вот, с учетом того, что все-таки это основная водная артерия так сложилась, да, то есть мы попробуем все-таки эту часть набережной. Ну, сами помните, здесь же тоже бардак-то был, да? Ну, это вопрос тоже обсуждаем. Там же тоже нельзя было 70 лет сходить. Сейчас мы потихонечку мы разгребаем уже этот вопрос. Все постепенно, оно не сразу. Может быть, конечно, хочется сразу, но надо сначала все привести в порядок, вычистить и потом...